И начнем с вопросов экономической безопасности. Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал журналистам подробности задержания одного из самых влиятельных белорусских бизнесменов. По информации КГБ, Юрий Чиж выводил деньги из Беларуси посредством российской фиктивной коммерческой структуры. 11 марта стало известно о задержании Чижа, а также об обысках в Трайпл. По информации правоохранительных органов, руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов. По данным комитета, по указанию Юрия Чижа была создана фирма осуществления финансово-хозяйственной деятельности, которой не предполагалось изначально. Учредителем стал гражданин России, помощник на самом деле и водитель Чижа. Глава КГБ также уточнил, что в 2012 году компания Юрия Чижа передала фирме права на товарный знак, а затем Трайпл ежемесячно переводил на ее счета крупные денежные суммы под видом платы за пользование тем самым знаком. По словам председателя комитета, впоследствии деньги обналичивались ее гендиректором, который являлся и единственным сотрудником данной структуры. Трайплом, этой фирме, были переданы права на товарный знак. В последующем, фактически ежемесячно, за несколько дней до подачи налоговой отчетности, крупные денежные суммы переводились Трайплом на эту фирму под видом платы за пользование товарным знаком. Затем эти деньги обналичились в банке, и на этой фирме был генеральный директор, он же единственный сотрудник этой фирмы, он шел в банк, получал деньги наличными, относил их в Трайпл, передавал кассиру, так называемому кассиру компании. В последующем этот кассир передавал деньги Чижу. Не менее интересным было задержание Юрия Чижа. Как рассказал Валерий Вакульчик, когда бизнесмен узнал, что есть доказательства его вины и началась выемка документов в офисах, он сел в автомобиль и попытался скрыться. Бизнесмен ехал в сторону границы на скорости 220 км в час. Пришлось вводить план-перехват. Сперва машина Чижа мчалась в сторону литовской границы, потом в сторону польской, но безуспешно. Он был задержан и доставлен в СИЗО. Решение об аресте Юрия Чижа принимал лично глава КГБ. И сегодня глава КГБ подтвердил задержание владельца группы компании «Сервалюкс» Евгения Баскина. В отношении руководства уже возбуждено уголовное дело. И по заявлению Валерия Вакульчика, уголовных дел и задержаний будет еще много.